снять квартиру посуточно. У меня есть несколько способов. В Одессе по старинке договорюсь с маклерами прямо на вокзале. А вот во Львове арендую квартиру через сайт Airbnb. Что делать в ситуации, если приехал снимать эксперимент, а вокзал заминировали? Как всегда, нам везет. Идем искать квартиру. А где у вас? Что надо? Квартира? Домик есть? Да, есть домик. На сколько есть человек? Квартира. Вас сколько? Ой, человек? Есть. Вот есть нас двое. Не, мы хотим где-то возле моря. Аркадий, вообще красиво вечером, там только вечером, турки отдельный как любят, домик, американцы. Не, нам турки не нужны. Нет. Отдельный домик, есть фотографии посмотреть? Нет, у меня как телефон, я могу, видите, а я как я могу понять, что домик там возле моря действительно хороший, чистый? Как вы думаете, я себя уважаю? Для чего буду говорить, что это не возле моря, если ты можете поехать посмотреть район? Там все суперовиши, новье. Лучше не бывает, круче нету. Круче нет? Круче нет. И сколько там выходит в сутки? Тысяча за двоих? Да. Добрый день. Смотрите, у меня две девочки. Люда, дай мне поговорить. Девочкам надо понад морем. Возле моря, Аркадий. Ты посмотри, какая вредная женщина. Какая вредная, Таня. Что у вас две девочки? Ну ты посмотри. Отступись. Две девочки на 7 дней. Это Одесса, детка. Один немножко подкрепнее, другой шикарный. Ну нам шикарный надо, мы хотим прям конечно, шикануть. Конечно, выберите, смотрите, мы хотим шикануть. Есть два этажа, из окна видно море. Из окна видно море. Да. Вот нам вот этот конечно вариант. Все, вызываем такси. Привез, вот за Макивалова слева. Где здесь лестница для пешеходов? Пускай чисто прямо к морю. Мы за лестницу сказали 3 минуты назад. Ничего подобного, я не знаю. Ладно, ладно, все, не спорьте, у нас уже голова болит. Приехали, вокзал заминировали. Скандал в такси. Не надо карт, молодой. Все для туристов. Все для нас. Здесь закрываются ворота? Да. И у вас все закрывается. Угу. На первый взгляд приятный частный домик. Вот, со своей территории. На территории находятся 2 дома. Этот дом сдают в аренду, а в этом доме живет сама хозяйка. Да? Беседка. Можно пройти, посмотри, на. Девочек, заходим. Ой, ну честно, здесь такой софт-дейт. Ковер. Не, ну это не шик и блеск. Прям как у моей бабушки на даче. Шик и блеск. Где? Ковры на стенах. Ой, ну хоть вы с видом нас не обманули. Вид и правда на море. Смотрите, у нас только вон замок такой Гарри Поттера. А что, хорошо, а что надо? Какой-то договор подписывать будем? Какой договор? Обычно никто этим не занимается. А вдруг мы сейчас пойдем на море купаться, придем, наших вещей здесь нет. Короче, что ты хочешь? Вот ты пишешь, что такое 7 тысяч? Это ничего по сравнению с тем, что здесь находится. Я сдаю 8 лет, уже сдаю. Идите любого спросите. Вы знаете соседи, вы знаете мою Ивановну? Вы придете, а хозяйка меня нету, да? Вы нам сейчас предлагаете ходить по соседям и спрашивать, знаете хорошо ли? Хорошо, а как может быть по-другому? Как бывает по-другому? Никак не бывает по-другому. А как бывает? Но даже вы работаете риэлтором, вы не знаете, как бывает по-другому? Девушка, не на улице 21 век на дворе. В смысле никогда? Мы просто расстанемся. На Одессе никогда такого не бывает. Только на длительную аренду. Квартира в Одессе обойдется нам 1000 гривен. Ну, как квартира? Это полноценный домик со своей территорией. И таки да, вид на море из окон присутствует. Но одесский риэлтор в жизни никогда не слыхала. Шики-блеск, говорите, да? Лакшери. По вашему мнению, ковры на стенах это вот прям вот писк последней моды. Нет, нам это не подходит. И ванна, кстати, с плесенью. Как мы искали квартиру во Львове?
Настя нашла заранее отличную квартиру по фотографиям, оплатила 900 гривен на сайте R&B. Вот, собственно, настал этот день X, когда мы прибыли в город Льва. Наши чемоданы. Счастливые, заходим в квартиру. Идем в ожидании чуда. И вот что нас ожидает. Ожидает нас грязь, мусор, неубранная кухня, остатки еды и, самое главное, ужасная ванная комната. Серьезно, как так можно нагло обманывать людей, высылать красивые фотографии, а по итогу предоставлять вот такие вот апартаменты? Все грязное, все немытое. Чудеснейший вид из окна. Супер новый телевизор. Вот это вот все нам предоставили за целых 900 гривен. Могу с уверенностью сказать, нас кинули на жилье. Долгие переговоры. И что сказали? Сейчас мне вайбер забросят с крыльной новой квартиры. Поехали, посмотрим. Так как вариантов у нас особо нет, едем сейчас смотреть еще одну квартиру, которую предоставит нам администратор, да? Недалеко, с Оксаганского 7. Да, пешком, с чемоданами. Это обычная одесская коммуна. Коммуна, да. Только у нас одесситы, ну, за такую коммуну 900 гривен точно не гребут. А здесь не стесняются и гребут. 350 гривен цена этой квартиры вот в сутки. Но не 900. Мы прождали этого риэлтора здесь на улице, на Дорошенко 48, больше получаса точно. Зашли в квартиру, увидели, что фотографии не соответствуют, разочаровались. Ушли. Кстати, перед нами даже никто не извинился. Нас встретили. Идем смотреть другую квартиру. Подъезд уже получше. Ну это совсем другое дело. Вот эта квартира стоит 900 гривен. Ну что, все счастливы? Да! Уже заселились. Конечно же, в целом ситуация с первой квартирой не очень приятная, потому что нас, ну, в прямом смысле кинули. Но мы, конечно же, отстояли свои права, поборолись, и нам предоставили классную квартиру. Полноценные две комнаты. Сумасшедшая счастливая Настя. Три балкона. Огромная кухня. Чистейшая ванная комната и, блин, ну, лакшери. Вот это лакшери, конечно. Вот переведи, Сереж, покажи, какое зеркало. Ну, блин, это не может не радовать. Мы довольны. Все. Львов, встречай нас.